У меня появился новый вопрос, и я вспомнила кое-что. Я вот говорил мужчина, что очень может стесняться. Я вот, может, у Лики хотела спросить. Вот у меня тоже такое ощущение иногда бывает, что очень меня стесняется. Вот хочет там уйти от меня подальше, там вот, ну, из кухни, там, если я прихожу, там, молчит там в угол в какой-то на кухне, забивается и сидит там в интернете. Вот с чем это может быть связано? Это с моей стороны что-то не так? Или как? Опять же, я не знаю твоего отчего, но я могу пофантазировать. Представь себе, что мужчина поселяется в квартиру, где вокруг него начинает ходить такая прекрасная, молодая, 16-летняя женщина, да, которая очень похожа на его женщину, которая ходит перед ним, там, не знаю, в домашнем халате, что-то такое. И он видит ее постоянно. Что он может чувствовать при этом, если так пофантазировать? Возможно, те чувства, которые у него появляются, его могут очень сильно смущать. Ян. Да, я хотела сказать, отметить, что не только ты не знаешь, как его любить, но и он тоже не знает, как тебя любить. Ну, я вот на своем примере хочу об этом рассказать. Давай. Я вышла замуж недавно, и у моего супруга есть дочь. Девочке 3,5 годика, такой маленький ангелочек. И первый вопрос, который мне задал муж, будешь ли ты любить моего ребенка? И я так задумалась, на самом деле, хотела ответить ему искренне, что, ты знаешь, я не была матерью. Я, в принципе, не знаю, как это любить ребенка. И я ему сказала, что я постараюсь выстроить с ней хорошие, добрые отношения. Но не совсем непросто. У меня появляется чувство ревности. Я, например, стала задумываться о том, что вот моего мужчину кто-то называет папой. Что вот я рожу ребенка, а это для него не будет впервые, понимаете? Он со мной впервые не переживет это ожидание ребенка, там, крик, папа, вот это вот все. Это уже он с кем-то пережил. Мне от этого больно, честно. И я хочу вот Алене сказать, что, понимаешь, Ален, вот я уверена, что этот ребенок, он никогда не оценит моей жертвы. То, что я, например, буду чувствовать, когда ее поведут там, к алтарю, когда будут выдавать ее замуж, да, и она будет с мамой, с папой, а я буду где-нибудь там стоять. И что я буду в этот момент чувствовать? Никто это не оценит, это, понимаете, жертву. Любовь к мужу в этой ситуации помогает тебе испытывать любовь к ребенку? Я бы сказала скорее наоборот, если честно, потому что я понимаю, что ребенок волей-неволей, он всегда будет стоять между нами. То есть такая невольная, скажем, трещина в нашем браке, которая есть уже априори, изначально. Еще такой даже момент, вот, который тоже никто не думает. А будет ли любить меня этот ребенок? Конечно, нет. Я уверена в этом. Там она будет спрашивать, а почему папа с нами не живет? Почему он живет с какой-то там тетей? Конечно, она будет изначально испытывать, даже не зная, какая бы я ни была, как бы я к ней ни относилась, она будет ко мне испытывать, конечно, негатив. Это такой крест, который я даже не знаю, вообще хватит мне сил вот вынести или нет, честно. При всем при том, что я мужа своего люблю. И я стараюсь максимально принять эту девочку. Даже не полюбить, я сейчас не говорю о любви. Я стараюсь ее сейчас просто принять. Но для меня это большая жертва, я вам честно скажу. Я хотела Лику спросить. Лика, вот говорят, что если ты любишь меня, ты должен любить моего ребенка. Если ты любишь маму, ты должна полюбить этого человека. Да? Вот Яна говорит об обратном, что именно любовь к этому человеку, ну вот так, как мы называем любовь, да, она наоборот выстраивает ситуацию так, что вот этот человек... Там, отчим для Алены, там, ребенок для Яны, он как будто вот лишний. То есть любовь, она его не покрывает, а она, наоборот, его выталкивает из этого пространства. Да, действительно, это так и есть. Когда мы говорим про отношения между двумя людьми, да, выстраивание некой интимной зоны, то очень не хочется, чтобы туда вторгался кто-то в третий, особенно если есть уже какой-то опыт жизни. Там вот живет маленький вообще, маленький младенчик с мамой, да, для него сначала папа является некоторой угрозой. Папа приходит, уводит куда-то маму. Вообще, что с этим делать? Уберите этого папу. Человек вообще по своей природе живой. У него есть некоторые чувства. Вот другое дело, что он с этими чувствами потом делает. Когда родители развелись, появился и отчим сразу через год, и мачеха. Вот. Я поступил так. Я хотел, чтобы мои родители, да, были счастливы даже отдельно друг от друга. Я сел с моей мачехой
И я напрямую сказал, что мне хочется, чтобы у вас все было хорошо. В итоге вот с той же мачехой у меня сейчас построились очень близкие отношения. Я могу рассказывать о каких-то вещах, которые там у меня с девушками происходят, да. Скажу еще о том, что у нас разница всего в 4 года. Она может рассказать свой опыт о том, как она видит эти вещи с позиции женщины. Тем более, что она более прогрессивный человек по сравнению с моей мамой, так как маме уже около 50. То есть сейчас я советую выходить с человеком на диалог. Нужно постараться, да, найти какие-то точки соприкосновения, что тебе нравится, что человеку нравится. Пусть это вырежут, но я скажу. Мой отчим увлекается только строительством домов и посадкой фруктов, овощей. И мне это никак не интересует. Поэтому этот вариант сразу отпадает. А ты пробовала сесть и сказать: дядя Саша или Саша, ты мне не папа, ты муж мамы, но я ценю тебя за то, что ты маму делаешь счастливой. Давай найдем компромисс. Ну, вот прям так я не говорила, но он знает, что я очень ценю вот сейчас их отношения и очень хочу, чтобы они были счастливы. Но вот прям напрямую я не говорила. Ален, он мужчина. Он мыслит вообще по-другому. Ты пока ему не скажешь, он ничего не знает. Я тебе серьезно говорю. Ну, ему же мама говорит, в конце концов. А он, еще одна такая сторона, он со мной связывается через маму. То есть, я думаю, мама много ему уже рассказала. Он тебя боится того, что... просто поэтому... Он не понимает, понимаешь, что мы по-другому мыслим. И ты пока мужчине не скажешь, он будет думать: ну, вот твоя мама, значит, так говорит ему для того, чтобы его успокоить. Значит, надо ему напрямую сказать. Да, именно конечно. С ним вот поговорить. Прямо напрямую скажи, вот, дядя Саш. Ну, можно так не делать, конечно, просто. Дядя Саш. Без обид, без нервов. Просто обрисуй ситуацию. Ян. А вот я хочу еще такой момент обозначить, что... Если вдруг эта девочка каким-то чудом расположится ко мне, да, и будет ко мне хорошо относиться, даже не любить, а просто хорошо относиться, вот я тебе вам честно скажу, я сделаю все, чтобы вот с ней построить вот максимально хорошие отношения, все для нее сделать, понимаете? То есть если ты вот как-то искренне с лаской к нему, я думаю, вряд ли он тебя оттолкнет. Он меня оттолкнет, потому что, как сказал Андрей, он будет меня он боится и стесняется. Ты, понимаешь, другое. Искренне с проявить лаской. Проявить любовь. Ну, я так понимаю, что у тебя сейчас ласки кое-чему нет никакой. Я, скорее всего, там злость и желание открутить ему голову. Ну так и приди и скажи, ты знаешь, вот хочу тебе голову открутить, но вот не буду, пожалуй, это делать. Лучше давай поговорим. Потому что не надо тоже изображать того, чего нет. А напряжение-то оно возникает. А если его замалчивать, то оно может прорваться. Алена, представляешь, пришел бы он и сказал: Ален, давай честно, уже легче? Ну, как сказать? Следующее. Я стесняюсь и робею, потому что вот ты такая молодая, симпатичная. Он так никогда не скажет. Я тебе говорю гипотетически, вот если бы он так сказал. Но я не знаю, как себя вести с тобой. Мне кажется, мы бы нашли какое-нибудь решение. Но, опять же, в это бы пришла мама, которая бы сказала, нет, без что мамы. Я должна что-то сделать опять. Без мамы, без мамы. Понимаешь, у вас нет... Если просто вдвоем? Да, если бы он пришел и так сказал, тебе было бы легче? Если бы он честно сказал. Ну, я думаю, мы бы начали диалог дальше, как бы все это решили бы. Почему ты не можешь это сделать? Может, боюсь, что еще больше тупик какой-нибудь образуется. Я хотела сказать, что в жизни такие случаи бывают, когда приходится быть более смелым, чем взрослый дяденька. Да, да, Игорь Алексеевич. Душа человеческой природы христианка. Она может жить только так, как Господь ее создал. Ей хорошо, когда она живет по заповедям душа. В Писании сказано, что Бог сочетал, человек да не разлучает. То есть, если брак... дал человек, он дал ему один раз на всю жизнь. Любые отступления от этого вызывают большие несчастья. Вот вы чувствуете уже по себе, да, что если чуть-чуть в сторону, то уже много людей становятся сразу несчастными. Но тем не менее, а что же делать-то, если уж мы живем в такой ситуации? Тебе нужно настроиться на то, что все, что с тобой происходит, это хорошая школа твоя жизненная. И в будущем тебе придется создавать когда свою семью, вот не делай так, чтобы все были несчастны. Понимаешь? Сделай всех счастливыми. А значит, возьми на себя эту жертву, этот воз, и вези до последнего. Мне так же мама говорит. Да, Миш? Я хотел бы, наверное, рассказать свою историю. Она в чем-то, казалось бы, совершенно отличается, но в чем-то очень похожа с твоей, Алена.
Я хотел бы даже рассказать ее на стуле. Давай. Если в двух словах моя история о взрослении. Я сразу оговорюсь, у меня семья полная. Но так бывает, что в семье, где вроде бы все хорошо внешне, случаются ситуации, вот как у тебя примерно. Я не помню, с какого возраста я начал себя чувствовать вот так же, как вот 4 человека живут в квартире, совершенно друг к другу не имеющих отношения, но это было с раннего детства. Потому что родители все время работали, я был с бабушкой, а потом я лег в больницу, потом я начал ездить в лагерь, потом еще, и постепенно просто разошлись, как море корабли, совсем. То есть вот реально просто чужие люди. Я читал о том, что нужно принять эту ситуацию. Нужно принять их такими, какие они есть, потому что других нет. Понимаешь, уже все, у тебя уже все на руках. И другого расклада уже не будет. Но мне отчаянно этого не хотелось, и 3 года я, наверное, думал, что да нет, да как-нибудь, да, наверное, они первые сделают шаг навстречу, наверное, они меня полюбят, и вообще все будет хорошо. Я пробовал уезжать, приезжать, но постепенно понял, что просто принять, просто делать какие-то дела любви. И знаете, как ни странно, когда добровольно и осознанно к этому приходишь, вот это, я только недавно начал понимать, это ощущение свободы. Просто свобода вот от этого, что закручивает изнутри в такой тугой жгут. То есть взросление, Лика, оно дает какое-то ощущение свободы, что ты контролируешь ситуацию, а не пребываешь в состоянии жертвы родителей? Конечно. Остальное. Если от меня хоть что-то зависит, значит, я могу хоть что-то исправить. Если я могу хоть что-то исправить, значит, мне не надо больше находиться в этих ужасных вообще совершенно немыслимых чувствах, ситуациях. Да, я могу сам что-то решить. Сергей Петрович. Я возвращаюсь к своей любимой теме о любви и чувстве любви. Вот электродвигатель. Если на клеммы подать напряжение, то ротор начнет вращаться. Но если сделать наоборот, начать вращать ротор усилием физическим, ручку какую-то приделать, начать, то на клеммах возникнет разность потенциалов. Вот то же самое с чувством любви и с любовью. Если мы будем делать для этого человека дела любви, то у нас через какое-то время возникнут чувства. Точно так же, как вот по этому закону физики. Так Алена пытается. Она же пытается. Она ради мамы, ради любви к маме. Так это и к нему по-хорошему. Я уверен в этом. Не включается у нее? Включится. Так а что, когда? Когда? Давай. Вот Алена спрашивает, откуда взяться этим чувством. Мне кажется, что должно быть как минимум огромное чувство благодарности и симпатии к этому человеку. Потому что, во-первых, он делает счастливой твою маму. Он отлично ладит с твоей сестрой. Он хорошо относится к тебе, он оплачивает твою учебу. Или что он там оплачивал, квартиру, да? У меня просто была в жизни ситуация, когда мы с мужчиной любили друг друга, но у меня маленькая дочка от первого брака. И он мне просто в какой-то момент сказал, ты знаешь, вот все у нас хорошо, но я не могу взять на себя такую ответственность, я не могу, мне тяжело очень и так далее. Я люблю тебя, да, но не полюблю твоего ребенка. И я считаю, что те люди, которые берут на себя такую ответственность, они действительно достойны любви. Ален, вот как полюбить, да? Когда это случится? Я спросила людей на Арбате, людей с жизненным опытом, опять же, да? Как попробовать тебе действовать в данной ситуации? Давай посмотрим их, а потом продолжим в студии. Ну а к этому человеку как относиться, как с ним строить отношения? В принципе, она может на этом не зацикливаться, чтобы обязательно строить с ним отношения. Главное, чтобы мама строила с ним отношения. Девочка должна прежде всего проявлять уважение. Не допускать никакого хамства, не показывать своим видом, что ей что-то не нравится, потому что если она любит свою маму и понимает, что этот человек ей дорог, она должна поддерживать покой в семье. Просто не бояться напрямую сказать, что ну помоги, пожалуйста. И как бы быть доброй в первую очередь самой. Ну, всегда надо найти какие-то положительные качества у этого отчима. Всегда они есть. Только найди их
раз ты девочка мудрая, развивающаяся, найди. Дай им раскрыться этим хорошим качеством этого мужчины, который полюбил твою маму, и все. Пусть она как-то воспримет этого человека и его знаки расставит. То есть минус поменяет, поменяет на плюс, к примеру. Пусть она хотя бы напишет такой вот плюс, и все плюсы, и все минусы. И, ну, объективно, эти плюсы и минусы. Не так, чтобы колонка минусов была большая, а в колонке плюсов было только два. А потом пусть она вот минус разорет и выкинет в ведро, как будто бы их не было. А на плюсах сосредоточится, тогда у нее все получится. Видишь, как, Ален, мы разговариваем здесь почти час, а взрослые люди, вот мы говорили о взрослении, да, с жизненным опытом, они с первого вопроса на Арбате выдали то, к чему мы сейчас подходили. Вот, но все-таки важно, что почувствовала ты, поэтому я хочу тебя попросить вернуться на красное кресло и рассказать честно о том, хоть что-то нашлось, хоть от чего-то легче стало или нет. Пожалуйста. Ну, во-первых, у меня очень... противоречивое сейчас чувство. Ну, наверное, первое, что я точно поняла из этой программы, это то, что мне действительно нужно сесть вот с отчимом поговорить. И поняла ту вещь, которую мне Андрей сказал, что на самом деле отчим может абсолютно по-другому это все принимать. Я как-то об этом не задумывалась раньше. Вот, я думаю, что ну, должно стать легче. Как-то яснее, что ли. Я хочу сейчас попросить ребят еще сказать что-то, что они почувствовали по ходу программы. Пожалуйста, Сереж. Что, Алена, в принципе, на твою долю сейчас выпала достаточно тяжелая ноша, но на все можно смотреть и с другой стороны. Я тебе не зря задавал вопрос, какое у тебя было первое впечатление, да, когда ты увидела именно отчима. Вот, наверное, для того, чтобы сделать первый шаг в навстречу, ты старайся вот этот образ, который, да, который ты вспомнила, возвращаться к нему, и мне кажется, это поможет тебе действительно сделать верный шаг к примирению. Как-то ни странно, в начале программы я, наверное, был настроен абсолютно противоположный лад, то есть у меня была такая мысль не принимать, он чужой, изгнать, шваброй в затылок. Была именно такая мысль, но слушая людей, сейчас я понимаю, что здесь нужно не бороться. Самое сложное – это не бороться, а уметь это действительно принимать и пытаться это понимать. Это сложнее. Но вот этого, мне кажется, больше всего не хватает в такой ситуации. Ален, вот замечательный был пример с роторным двигателем. Мне он лично очень понятен, и я полностью вот тоже разделяю эту позицию. Надо сначала начать делать дела любви. Надо через силу вот взять и испечь ему пирожки. И встретить его с работы, сказать: Саша, устал? Покушай пирожок, я для тебя испекла. Все, он твой будет, ты его купишь с потрохами этим. Я тебе серьезно говорю. Он испугается. Нет, этого он не испугается. Если ты просто скажешь, что вот, а я вот пирожки испекла, хочешь, попробуй? Все, мужчины точно вот не дадут мне соврать. Прикормишь на 95%. Особенно если в кекс добавить изюм, который я терпеть не могу, отчим обожает. Вот, да? Опять же, именно да? Так. Вот я про это и говорю. Начни делать дела любви маленькие какие-нибудь, ну, абсолютно такие незначительные. Ну, ступить, промолчать. Наоборот, не смешно пошутил, посмеяться. Только так. Вот это мой личный такой опыт, другого ничего не могу тебе посоветовать. Леш. Есть такая статистика, что 80% неудач в каких-либо делах происходит потому, что человек боится и не начинает действовать. То есть я хочу тебе пожелать набраться мужества, сил и решить эту проблему совместно вместе с ним. Ален, я хочу передать слово нашим экспертам, потому что у нас вот висит твой вопрос здесь, как пункт назначения, куда мы должны попасть. И есть стрелочки, как указатели направления этого движения. Давай спросим наших экспертов, как нам двигаться и куда. Давайте начнем, Игорь Алексеевич. Ну, прежде всего, конечно, ты понимаешь, что очень много правильных слов было здесь сказано о том, что мама навсегда одна будет. В дальнейшем ей будет страшно, тяжело и плохо, если она поймет, что она-то сделала не так что-то такое, понимаешь? Не надо, чтобы она заподозрила, что она тебя обидела. Не надо этого. Не делай ее виноватой. И тогда у вас сохранится любовь, и таких горьких слов ты не услышишь, как вот было на экране, да, что «а я вот одна живу», как мамочка одна сказала, да, «доживаю жизнь одна».
Так не должно быть. И, кстати, вот твоя младшая сестра сейчас во многом смотрит на тебя. Ты помнишь, что ты для нее пример. Что мы пишем на стрелочке? Строить семью. Всю жизнь строить семью. Я вот, знаешь, я 30 лет уже женат. Каждый день приходится строить. Ни одного дня отдыха от этого нет. Процесс бесконечный. Все-таки мне строить? Каждый на своем месте будет строить. Понимаешь? Ну, ты не думай, тебе помогут. Если они увидят, что ты благоухаешь этим желанием строить отношения, люди подтянутся и поддержат тебя. Сергей Петрович. В нашем общении с людьми существует 3 точки опоры, которые надо всегда иметь в виду. Это, первое, простота. Значит, все мы знаем по своему опыту, как тяжело общаться с людьми непростыми, такими навороченными, которые, вот про которых, наверное, мудрец сказал, что многие люди мутят свои воды для того, чтобы казаться глубже. Значит, первое – простота. Второе – искренность. Когда мы нечестны по отношению с тем, с кем общаемся, или не договариваем что-то важное, то, конечно, это не будет устойчивым, это не будет надежным, долгим и угодным Богу. И третье, наконец, бережность. Каким бы человек современный ни казался пуленепробиваемым, он все равно ранимый. Всякий человек ранимый. Вот это тоже надо иметь в виду. Вот если эти 3 точки опоры будут у нас исполняться, то наше общение будет правильным и плодотворным. Что пишем на стрелочке? Простота, искренность, бережность. Простота, искренность, бережность. Хорошо, Лика. Я вспомнила один старый еврейский анекдот, который звучит приблизительно так, что Господь никогда не дает нам проблем, которые мы не можем вынести. А если мы их не можем вынести, так это не наши проблемы. Поэтому я бы хотела пожелать, наверное, чтобы ты всегда помнила о чувстве меры. Ты не можешь отвечать сразу за все, да? Но можно попытаться найти те вещи, которые ты сама можешь исправить. Их может быть не так много, но всегда помню, что далеко не все зависит от нас. И мое слово — это слово «мера». Валерий Николаевич. Один философ, Шопенгауэр, он сравнил людей с замерзающими дикобразами. В поисках взаимного тепла они прижимаются друг к другу, но уколы от иголок заставляют их разбегаться в стороны. И вот так вот они вечно мечутся между, вот этим, между холодом окружающей среды и взаимными уколами, пока не найдут для себя подходящего расстояния. И, в общем-то, в нашей жизни оно часто повторяется это. Но я думаю, что когда мы все-таки настроены на какую-то взаимность, да, вот это расстояние, оно все-таки будет найдено. Поэтому, Ален, я тебе желаю просто вот терпения, и со временем Господь все разрешит. Все будет нормально. Спасибо. Так, терпение. Вот. Мы, когда к программе готовились, Ален, у нас с Яной был небольшой сговор. Тут Валя спросила насчет кидания букета. Я боюсь, Валь, поймать его не удастся. У Яны есть уже решение, кому достанется букет. Аленочка, я, конечно, хочу подарить этот букет тебе. Как будущей, да, как будущей невесте, как будущей жене и как будущей хранительнице домашнего очага своего. Ну, на самом деле мы не просто так сговорились, да, потому что в этом есть определенный смысл. Ален, вот все, что здесь сегодня происходило, это для тебя такая репетиция. Потому что когда ты станешь женой, как ты говорила, у меня будет заботливый муж и много детей, вот ровно с этими проблемами ты столкнешься, понимаешь? И с необходимостью смиряться, и с необходимостью быть искренней, и с необходимостью разговаривать и договариваться, и с необходимостью принимать его недостатки. И главное, с необходимостью эту любовь в себе растить. Понимаешь, а где взять силы на это? Ну, ты же сама все знаешь. Ты же ни одного святого отца цитировала нам при обсуждениях. В причастии у Господа. Поэтому мы тебе желаем молитвы горячей, сил, и чтобы у тебя все наладилось. Спасибо тебе за вопрос, Аленушка. Спасибо большое. Ну, а теперь торт. Налетаем, Яна, с праздником!